Так, ну что, всем привет, мои хорошие, мои любимые. У нас здесь такая лайтовая атмосфера, мы собеседуем как-нибудь и обсуждаем репетиции Евровидения, которые загружаются на телеканал, на канал YouTube Eurovision Song Contest. Норвегию представляет Тикс, и сейчас мы посмотрим его живое исполнение на репетиции первой. Мать боже, футболка, штаны блескучие, привет, Басков, Киркоров. Набрав с собой кучу всяких... А, ну это ж ангелы его, наверное, будут. Ну, ангелы есть. Есть ангелы. Угу. Ну, нихера не поменялось, шуба осталась. Ну, вот то, что, о чем я говорю. Что, ну, для реакции это скучно, когда ничего не меняется. Ничего не поменял. Но я знаю, что в конце у него очень все превратится в такое яркое. Лампочки, все вот эти вот... освещение и задний фон превратится в что-то такое солнечное, то есть во время последнего припева все-таки в падший ангел превратить ад в рай, скажем так, все-таки он изменит свою жизнь в аду. А, ну и еще он выступает после Эленица Грину, то есть Эл Диабло, у нас дьявол, а потом падший ангел, а в конце у нас тоже выступает самая последняя Мальта сегодня с песней, песня там есть You like a fallen angel, что-то там Who fall from the sky, тоже она поет об этом Тиксе. Все у нас в этом году так загадочно, еще две песни Аминь. Ай, бог милая, не знаю, мне понравилось Тикси, все равно не буду говорить, что что-то про Кейна, я уже замолчу, потому что, ну, это всем надоело. Но насчет Норвей, она мелодична, ничего не скажешь. Его этот образ, уже я привык к этому образу. Он киркоровщиной попахивает. Но в основном, еще даже скажу, что нормально. Но это не победа, 100%. Хотя, может, по зрителям победа будет. Кто его знает, мы Норвегию так сильно любят, что будут голосовать каждый год. Увидим, увидим все. Пока что, это пока что две страны загрузили на канал Евровидения, поэтому смотрим дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бороджу в Инстаграме. И всего вам самого хорошего. До встречи.